Мы нашли торговый центр, очень интересный, под названием Ак-Азия или Аказия. Давай посмотрим, что здесь есть. HDM-магазин редко где встречается, а здесь есть. Можно поглядеть, сколько стоит здесь одежда. Пойдемте. Синтетическая майка, 199 лир. Мужские льняные рубашки, 250 лир. Джинсы, 320 лир. Хлопок с синтетикой, платье, 230 лир. Это тоже 230 лир. Джинсовая куртка. Какая вот. 620 лир. Вот такая вязаная синтетическая нити кофта. 229, 230 лир. Топик, хлопок, 80 лир. Хлопковые футболки. Сто лир. Так, такая длинная футболка хлопковая, 230 лир. Шапки вельветовые, панамы. 230 лир. Вот такие джинсы, 480 лир. Свитшот с легким утеплителем внутри, 460 лир. Такое вот хлопковое платье. Вот. 320 лир. Триста двадцать лир тоже. Полиэстер 250 лир. Вот такой пиджак. Типа под кожу. 630 лир. Жилетка. 230 лир. Синтетическая кофта, 160 лир. Вязаная синтетика. О, это юбочка. 380 лир. Синтетика, платье. 320 лир. Рубашки по 230 лир. А, вот это вообще 179 лир. 180. Синтетика. Хлопок с синтетикой. Пойдем посмотрим. Теплая куртка. Теплый свитшот, синтетика с хлопком, 160 лир. Спортивные штаны с утеплителем внутри, 320 лир. Вот такой теплый свитшот, коротенький,
тоже с утеплителем внутри. 320 лир. Топик хлопковый, тянущийся. 50 лир. Леггинс. Спандекса. 230 лир. Вот к ней кофта, к леггинсам, таких же цветов. 160 лир. Для занятий спортом. Ну, сейчас ходят в этом все. Хлопковые футболки. 120 лир. Плотный хлопок. Короткая. 80 лир. Хлопковые шорты 160 лир. Такая вязаная кофта. Толстая вязка. 320 лир. Байковая рубашка длинная. 250 лир. Куртка с небольшим синтепоном внутри. 680 лир. Джинсовое платье. 320 лир. Брюки. 320 лир. Синтетика. 320 лир. Пиджак из замшевой, из зам кожи. Как это? Заменитель кожи. Искусственная кожа. 680 лир. Хлопковый топик. 230 лир. Джинсы. Такие же, с высокой посадкой. 380 лир. Еще джинсовая куртка, толстая куртка. 460 лир. Вот такие джинсы. 460 тоже лир. Вельветовые брюки расклешенные. 460 лир. Теплая курточка. 550 лир. Толстый-толстый байк. Хлопковое платье в виде футболки. 320 лир. Кепка 200 лир. Джинсовые шорты 250 лир. Такая джинсовая юбка, я бы даже сказала, набедренная повязка. 320 лир. Жилеточка 230 лир. Носки по 50 лир. Рубашка синтетика с хлопком. 320 лир. Синтетически вязаные кофты короткие. 200 лир.
хлопковые майки рифлерные, 160 лир. Пиджак 620 лир с подкладом. Пойдем дальше. Хлопковая кофта 230 лир. Вельветовая рубашка 380 лир. Джинсовое платье 620 лир. Платье 680 лир. Хлопок с синтетикой. Длинная толстовка 460 лир. Теплая внутри. Такие брюки в джинсовом стиле. 550 лир. А вот такая чисто хлопковая рубашечка. Нарядная. 430 лир. А вот еще джинсовое платье. Закрытое полностью. 670 лир. Ой, 620, да? 620 лир. Джинсовая рубашка. 380 лир. ICDC футболка, хлопок. 230 лир. Бадлон 160 лир. Тянется. Тонкая рубашка. Хлопковая. 380 лир. С капюшоном. Толстовка. 460 лир. Теплая внутри. Вот такая нарядненькая, тоже теплая, с Микки Маусом. 380. А вот этот толстый байк. 460. Очень толстый. Так. Летний топик. 180 лир. Вот такой вот 230 лир. Брюки в виде леггинс. 160 лир. Вот такой вот 380 лир. Приятная на ощупь кофта вязаная. 320 лир. Атласное платье. 250 лир. Льняная, типа льняная юбка с подкладом
320 лир. Вот такая гофрированная юбка. 550 лир. Классно. Модные в Турции брюки. 230 лир. Пиджак. 460 лир. На счет леопардовую классику обходят. Для любителей леопарда. 320 лир. Приятная, кстати, на ощупь. Так, вот такие брюки подойдут работать в офис, если у вас строгий дресс-код. 320 лир. Тоже синтетическая кофта. Так, боди. 160 лир. Вот такие вот драные шорты. 280 лир. Так. Хлопковый сарафан летний. 230 лир. Свободный. Льняное платье-рубашка. 320 лир. Вот такая вот рубашка-платье. Атласная ткань с какой-то синтетической нитью. 460 лир. А пиджачок 500 лир. Вот такие вот. О, какие приятные шорты на ощупь. Надо же. 320 лир. На пляж ходить. Вот тоже платье атласного типа. 320 лир. Сумочка плетеная. 380 лир. А вот удлиненные шорты. Непонятно, из чего. Да. 320 лир. Удлиненные шорты. Светлый пиджак 680 лир. Так, пойдем дальше. Хлопок с синтетикой. Свободное платье-футболка. 320 лир. А вот это вот целый костюм. Вот такая маечка. Блин, что заклеено? 130 лир, а штанишки 230 лир. Костюмчик. Так, вот такое летнее платье. Хлопок с синтетической нитью, чтобы тянулось. 250 лир. О, брюки. $320 лир. Тут разные варианты. Видовые даже есть, типа. 320 лир. С резинкой внутри. Так. О, какая интересная. Кофточка вот такая вот. 160 лир. Хлопок. Длинный пиджак. 460 лир. Синтетика 160 лир. Джинсы 550 лир.
вязаная кофта, 320 лир. Толстая вязка кофта, 460 лир. Белая рубашка хлопок, 320 лир. Вот такая короткая рубашка, тоже хлопковая, 350 лир. Хорошо на джинсы с высокой посадкой и юбку с высокой посадкой. Вот такое платье, вязаное, 460 лир. Вот еще брюки. 460 лир. Юбка. 200 лир. Уже тоже классический. Да. Пушистая кофта вязаная. 320 лир. Я не знаю, кто такой носит. О, такая толстая, пушистая какая-то рубашка на ощупь. 460 лир. Такие классические брюки с высокой талией. 320 лир. Так, ой, тут костюмчик, это же сейчас так модно. Вязаная юбка, я правда взяла большой очень размер, 380 лир. И такая же вязаная кофта, 460 лир, очень мягкая, пушистая. Джинсы 620 лир, драные. Свитшот теплый внутри, 320 лир. Такой вот сарафанчик хлопковый, летний. 380 лир. Сарафан такой. А есть еще вот такой вот. Тоже 320. Ну, кстати, корсетного типа кофточка 550 лир. Вот такое платье нарядное. Сзади вот так выглядит. Цена. Сейчас найдем. 630 лир. Джинсы 380 лир. Вау! 680 лир. На Новый год это. Так, что тут еще интересного есть? Такое платьишко. Полностью закрытое, кстати. 680 лир. Там просили в комментариях. Закрытое платье. 680 лир. Ой, вот такие штанишки, этот, вельветовые, 620 лир, очень необычные, как плюш выглядит, да? Прозрачная блузка, 380 лир. Тоже брюки классика. 320 лет. Укороченные.
Закрытое платье 550 лир. Под атлас сделано. Такая юбка. 550 лир. Вот тоже брючки. 430 лир. Вот, кстати, еще закрытые платьишки. А, ну здесь не очень они закрыты. Ну ладно, такое. 460 лир. С футболочкой под низ. Это черное. Такое же. Короткие такие вот топики по 60 лир. Их тут куча. Какие хочешь. Такой вязаный топик. 160 лир. Вот, кстати, тоже платье легкое такое. Я не знаю, как называется эта ткань. 460 лир. С длинным рукавом. А есть еще вот такое вот. 620 лир. Пиджак. 620 лир. Толстый. Такие брюки без застежек. 320 лир. Вот закрытое вязаное платье с шейкой. 460 лир. Такие нарядные широкие брюки. 550 лир. Вязаный бадлон. 320 лир. Толстая юбка. Офисная классика, я бы сказала. Ну, для невысокого роста 320 лир. Брюк тут куча вообще. Короче, в H&M здесь куча брюк. И пиджаков. 430 лир. Такая вот простенькая вязаная кофточка, приятная на ощупь, 200 лир. Платье, я не знаю, такой хлопок с синтетикой, 460 лир. Такая вот пушистая кофта. В общем, она на 52% натуральная. 280 лир. А вот офисное платье, классика тоже. 460 лир. А есть еще вот такое вот. 680 лир. Красивое, по-моему. Такое вот нарядное платье, легкое. 460 лир. Аксессуары. По 80 лир. Такие вот сумочки из кожзама. 550 лир. Ремни по 160 лир. Большая сумка 320 лир. Кожзам. Восемьдесят лир. Вязаная шапка. 110 лир. О, прикольная панама. 230 лир. 230 лир панама. Кроссовки 620 лир.
резиновые, тяжелые, с текстилем. Под маленький ноутбук 160 лир. Вот такие вот текстильные сумочки 320 лир. Купальник в H&M стоит здесь 300 лир. Толстый. Шапки также по 160 лир. Шарфы. Черт их знает, сколько они стоят. А, вот. По 200 лир. $280. Вязаная какая-то сумка. Такая. $380. И вот такие еще кроссовки. $460. Достаточно легкие. Ну вот мы посмотрели практически весь ассортимент магазина H&M в Турции. Напиши в комментариях, какие еще тебе интересны магазины, чтобы мы сделали на них обзор. Пока!